este nimeni altul decât liderul, președintele partidului politic Șor, domnul Ilan Șor, pe care îl invit acum aici la tribună. Mulțumim! Bună ziua! Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня безумно рад вас всех видеть и приветствовать в этом зале. Мне очень приятно, что сегодня мы собрались на этом форуме, на котором мы фактически объявляем о вступление в гонку. Дорогие друзья, к большому сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что страна стоит на грани разрухи. К большому сожалению, мы вынуждены признать, что за 28 лет независимости политики довели нашу страну практически до нищеты. К большому сожалению, сегодня мы являемся очевидцами страшного того, что происходит в нашей стране. Наши села разрушены, наша инфраструктура убита, наша экономика доведена до нуля, предприятия, которые строились годами, закрыты, остались единицы, которые выжили. Социально-культурные объекты уничтожены. Больше половины страны нету. Люди были вынуждены уехать. Дорогие друзья, и это все, к сожалению, к чему мы пришли за 28 лет независимости нашего государства. Все, что убито, эти вещи были построены нашими с вами родителями, дедушками, бабушками. Они строили это для нас в надежде на то, что мы с вами сегодня будем пользоваться и продолжать развивать то, что они сделали. К большому сожалению, получилось обратное. Получилось, что за 28 лет профессиональные бездельники, а так я называю профессиональных политиков, сумели добить и разрушить то, что создавалось десятилетиями. Эти бездельники ни одного дня не проработав в бизнесе, не создав ни одного рабочего места, не сделав ничего позитивного для общества, являются сегодня богатейшими людьми нашей страны. И к большому сожалению, мы вынуждены с вами констатировать факт того, что именно эти люди год за годом уничтожали Родину. Дорогие друзья, к большому сожалению, все, что я говорю сегодня, является правдой, глубокой правдой. Конечно же, мне очень больно, потому что я являюсь гражданином этой страны, потому что мне, как и вам, хочется радоваться успехам. Мне, как и вам, хочется радоваться счастливой жизни наших сограждан. Но мы вынуждены наблюдать обратное. Посмотрите, за 28 лет менялись премьеры, менялись президенты, менялись спикеры. А жизнь только ухудшалась. Но несмотря на то, что эти люди менялись, фактически у власти оставались одни и те же. И сегодня, если мы трезво посмотрим на весь наш политический класс, фактически находятся те же самые, кто и были в 90-х. Ничего не поменялось. Как воровали, так и они хотят продолжать дальше. Все политические партии, которые сегодня мы можем с вами наблюдать, они уже как минимум по одному разу были у власти в тех или иных должностях. Они уже проявили себя
как профессиональные бездельники и хотят попробовать еще раз. К большому сожалению, именно эти люди сегодня чувствуют себя хозяевами страны. Они забыли, что хозяева страны являются граждане, которые их избирают. Они забыли, что они не более чем нанятые менеджеры для управления страной. Но, к большому сожалению, они чувствуют себя по-другому. Они чувствуют себя царителями. Они чувствуют себя людьми, которые правят. И так было все 28 лет. Вы знаете, к большому сожалению, они забыли главное, что нельзя постоянно брать и ничего не давать людям. А за 28 лет фактически ничего, никто никому не давал. И это является нашей большой-большой проблемой. Дорогие друзья, когда у них закончились пустые обещания, и когда они поняли, что люди им не верят, они перешли к более глубокому. Они начали нас делить на прозападных и провосточных. Они начали нам придумывать сказки о том, что в стране живут два сословия. Те, кто верят Меркель, и те, кто верят Путину. Все, других в стране больше людей нету. По ихнему мнению, нас надо делить. Потому что есть такая замечательная пословица «разделяй и властвуй». Именно так сегодня эти люди и живут. Именно по такому принципу нас сортируют. Я говорю слово «сортируют» очень правильно, потому что они этим именно и занимаются последние годы. Нас начали делить по языковому признаку, по национальности, по многим другим признакам, для того, чтобы нас, повторюсь, делить. Это их главная задача. Дорогие друзья, да, 3,5 года назад я пришел в политику. Я никогда не занимался этим делом, я всю жизнь занимался бизнесом, создавал рабочие места и продолжал то дело, которое начал мой отец еще в начале 90-х, создав фактически первые предприятия в Республике Молдова. Для меня главной целью было не обмануть людей. Для меня главной целью было выполнить данное мною слово. И сегодня я доказал, что мы умеем держать слово, что мы умеем делать, говорить, и это не расходится. Сегодня Аргеев является примером для всей страны. Он является примером для всей страны лишь потому, что впервые за 28 лет мы не занимались ни одного дня в городе политикой. Мы стали нанятыми менеджерами народа, проживающего в Аргееве. Мы чувствовали себя именно так каждое утро, когда мы приходили на работу. Мы чувствовали своей задачей увеличивать бюджет, вкручивать лампочки, строить дороги, улучшать жизнь людей, но не болтать о политике. И я считаю, что у нас получилось. У нас получилось доказать людям. Спасибо. У нас получилось доказать людям, что мы сами, без Запада и Востока, можем строить свою страну. Мы доказали, что нам не нужна ничья помощь, потому что мы самостоятельны. Мы доказали, что мы можем, и мы способны это сделать. Спасибо, дорогие друзья. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня главной задачей является немедленное возрождение Республики Молдова. Немедленное, повторюсь. Как говорил Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно. Надо действовать сегодня.
Дорогие друзья, мы доказали, что мы можем возрождать нашу страну. Мы доказали, что у нас есть своя этническая принадлежность. Я никогда не строил в Аргееве Европу. Я всегда строил в Аргееве Молдову. Я считаю, что только так мы сможем выжить. У нас есть чем гордиться. У нас прекрасная культура. У нас вкусная кухня. У нас самые красивые женщины в мире. И я не хочу быть ни на кого похожим. Я хочу быть похожим на самих себя. У нас есть своя этническая принадлежность. Мы все граждане Республики Молдова. У нас есть право на самоопределение. Нами не надо понукать и править. Мы умеем и можем построить свою сами. И мы это доказали. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодня пришло время новых политиков, которые называются не политиками, а менеджерами, которые чувствуют себя нанятыми народом людьми для управления, которые утром приходят на работу для того, чтобы созидать, строить, восстанавливать и делать. Друзья мои, мы доказали, что мы отвечаем за свои слова, что мы единственная политическая партия, которая за 28 лет независимости не обманула граждан. Мы пришли... Спасибо. Мы пришли и сдержали свое слово. Ни одна политическая партия за 28 лет не поступила так же. У всех политических партий были победы. Многие управляли правительственными, городами, парламентами, президентурами. Но никто не сдержал слово перед людьми. Мы единственные и первые, кто взяли на себя обязательства и сделали его. Дорогие друзья, сейчас перед нами стоит ответственный момент. Момент, в котором мы должны самоопределиться. Момент, в котором мы должны перейти Рубикон, перейти черту и немедленно встать в один ряд с шеренгой и восстанавливать нашу страну. И сейчас я хочу пригласить сюда команду, с кем мы вместе это будем делать. Это команда людей, в которых я уверен. Прошу вас. Дайте аплаузы, приятель. Я рев рынд по рынд осе им вид, а ич еще раз. Василий Петрашишин, кандидат циркускрипция номер 1, причем. Федишин Эдуард, кандидат циркускрипция номер 2, Окница. Панчук Геннадий, кандидат циркускрипция номер 3, Единец. Кочеру Андрей, кандидат циркускрипция номер 4, Рышкань. Дворжанская Ирина, кандидат по циркускрипция номер 5, Глоден. Звекла Григорий, кандидат по циркумскрипция номер 6, Дрокия. Мельник Максим, кандидат по циркумскрипция номер 7, Сорока. Ладанюк Геннадий, кандидат по циркумскрипция номер 8, Флореш. Хинич Игор, кандидат по циркумскрипция номер 9, Болз.
Вережану Павел, кандидат в циркунскрипция номер 10, Белс. Ботнар Александру, кандидат в циркунскрипция номер 1, Ферешт. Цибирна Игор, кандидат в циркунскрипция номер 12, Сунджерей. Наук Леонид, кандидат циркунскрипция номер 13, Резина. Кристия Валериан, кандидат циркунскрипция номер 14, Телерешт. Власенко Ольга, кандидат циркунскрипция номер 15, Калараш. Баранюк Антонина, кандидат циркунскрипция номер 16, Унген. Шор Илан, кандидат циркунскрипция номер 18, Орхей. Таубер Марина, кандидат циркунскрипция номер 19, Иванча. Табакару Валерию, кандидат циркунскрипция номер 20, Страшень. Dominica Sergei, candidat circunscripția numărul 21, Criulen. Sanduța Victor, candidat circunscripția numărul 22, Ialoveni. Jardan Petru, candidat circunscripția numărul 23, Chișinău. Burguji Sergei, candidat circunscripția numărul 24, Chișinău. Chitoroagă Dumitru, candidat circunscripția numărul 25, Chișinău. Cotelea Victor, candidat circunscripția numărul 26, Chișinău. Botnarenko Cristian, candidat circunscripția 27, Chișinău. Apostolova Regina, candidat circunscripția numărul 28, Chișinău. Stanislav Kvasny, candidat circunscripția numărul 30, Chișinău. Kuznetsov Yuri, candidat circunscripția 31, Chișinău. Cebotar Sergiu, candidat circunscripția 32, Chișinău. Gorodicki Alexei, candidat circunscripția 34, Aneninoi. Zaremba Anatolie, candidat circunscripția 35, Căușeni. Tkachenko Natalia, candidat circunscripția 36, Ștefan Vodă. Tabarcea Avelin, candidat circunscripția 37, Răzeni. Perțu Victor, candidat circunscripția 38, Hâncești. Terente Victor, candidat circunscripția 39, Serata Galbenă. Cârlan Victoria, candidat circunscripția 40, Mișlia. Trandafir Andrei, candidat circunscripția 41, Leova. Lupașcu Vasile, candidat circunscripția 42, Cantemir. Belobrova Antonina, candidat circunscripția 43, Cahul. Lupov Vecislav, candidat circunscripția 44, Taraclia. Timoglonina, candidat circunscripția 45, Comrat. Ivanova Svetlana, candidat circunscripția 46, Cedr Lunga. Clemenco Valeri, candidat circunscripția 49, la est de Republica Moldova. Platon Tatiana, candidat circunscripția 50, la vest de Republica Moldova.
Robica Rusu, candidat circunscripția 51, SUA, Canada. Dați aplauze, circulista națională, Maria Albot. Ulanov Denis. Кушнир Виталие. Романова Ольга. Парутенко Нелли. Чащевая Ирина. Бабчинецкий Диана. Сасу Татьяна. Бобейка Татьяна. Кисеева Татьяна. Уланова Светлана. Ăștia sunt candidații, prieteni, cu care mergem noi în această luptă. Și Svetlana Panciuc, mă scuzați! Dați aplauze, oameni buni! Faceți gălăgie! Asta e echipa cu care pornim în această luptă, din care suntem siguri că vom ieși învingători! Vă mulțumim, prieteni! Mulțumim din tot sufletul! Eu vreau să vă rog, să vă concentrați atenția aici, la scenă, pentru că domnul președinte, cu siguranță, are să vă mai transmită ceva. Haideți să luați loc, oameni buni! Дорогие друзья, сейчас на сцене стоит кандидаты партии ШОР. Партии, которая победит на этих выборах и начнет реконструкцию Республики Молдова. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Дорогие друзья, сейчас я бы хотел представить главные тезисы нашей политической программы, нашей повестки. Да, как мы уже сказали, перед нами стоит очень сложная и ответственная миссия. Нам придется фактически заново восстанавливать разрушенную страну. То, что мы сделали в Аргееве, будет являться для нас примером, показателем того, как это возможно. Конечно, в первую очередь я хочу начать с бюджета. Разные политические партии могут рассказывать абсолютно разное о том, куда они будут тратить деньги. Но никто никогда нам не сказал, откуда они их возьмут. Мы в Аргееве доказали, что за 3,5 года в 3 раза возможно увеличить бюджет. И мы это сделали. Конечно же, то же самое мы незамедлительно сделаем после прихода к власти. Мы ведем жесткий контроль за бюджетом. Мы ведем государственную монополию на основные доходные бизнесы в стране, такие как импорт алкогольной продукции, импорт табачной продукции, импорт нефтепродуктов.
Поверьте мне, эта мера за считанные месяцы даст в разы увеличение нашего бюджета. Мы начнем незамедлительное строительство и восстановление промышленности нашей страны, государственных фабрик, заводов и предприятий. Это даст возможность незамедлительно начать создавать рабочие места, пополнять наш бюджет, а главное, дать каждому человеку уверенность в завтрашнем дне и сделать так, чтобы после того, как... Спасибо. И сделать так, чтобы после того, как каждый гражданин закончит университет, государство могло ему предоставить рабочее место. Мы незамедлительно начнем восстанавливать экономику наших сел через строительство современных коллективных хозяйств. Современные колхозы дадут рывок нашей экономике и развитию наших сел. Дорогие друзья, естественно, жесткая дисциплина в бюджете, отсутствие коррупции, как это сегодня в Аргееве, даст результат и очень быстрый. Конечно же, сразу после насыщения бюджета мы незамедлительно увеличим в разы социальные пособия, пенсии, зарплаты в государственном секторе, помощь простым людям. Конечно же, мы реализуем все те пункты, которые мы с успехом реализовали в Аргееве, такие как компенсация тарифов коммунальных услуг, такие как бесплатный транспорт, такие как помощь пенсионерам. Такие как материнский капитал, социальное жилье и многое-многое другое. В области инфраструктуры мы не будем использовать частные предприятия в восстановлении нашей инфраструктуры. Мы создадим новое, наше, государственное, крупнейшее предприятие по строительству. Создадим заводы. Спасибо. Закупим технику. Возьмем наших местных людей на работу. Закатаем рукава и пойдем восстанавливать нашу страну. Мы не стесняемся брать тот позитивный опыт, который был в советское время. Мы считаем, что было много хорошего. И мы обязаны этим не брезговать, а восстановить. Дорогие друзья, я не могу сегодня не сказать про наш план по борьбе с коррупцией. Да, это большая и гнусная проблема нашего общества. И единственный выход ее победить – это немедленно перейти на систему судов присяжных. Немедленно! Только тогда шутка «власть народу» станет реальностью. Дорогие друзья, я повторюсь, но к большому сожалению, за 28 лет независимости ни одна политическая партия не выполнила свою политическую программу. Я не говорю в стране, я даже не говорю в каком-то городе, я говорю о маленьком селе. Мы первая партия, которая выполнила свою политическую программу в конкретно взятом городе.
Мы первая политическая партия, которая не говорит, наверное, будет так. Нет, мы говорим, будет так, как уже есть сегодня, и как мы сделали. Спасибо. Дорогие друзья, у нас нет и не будет никому симпатии во внешнем политическом векторе. Мы за свой народ. Мы считаем позором, когда молдавские политики считают гораздо круче сфотографироваться с иностранным лидером, чем с собственным народом, а потом хвастаются этим. Это и называется настоящим позором. Нет, наш лучший, единственный партнер – это народ Республики Молдова. Дорогие друзья, я вкратце сейчас сказал нашу политическую повестку и политическую программу. Я обещал жителям Аргеева в 2015 году, что со второго дня мы закатаем рукава и пойдем в бой. Мы начнем немедленно восстановление города. Мы так и поступили. Сегодня вместе с нашей командой я даю свое слово, что начиная со второго дня после победы на выборах, вся наша команда закатает рукава и пойдет работать, работать и еще раз работать. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, в завершение хочу сказать вам, что сегодня перед всеми вами я даю вам свое мужское слово, что я буду нести ответственность за каждое данное сегодня мной обещание. Спасибо. Друзья мои, я не политик, вы все об этом знаете. Политиков я не люблю, считаю пустословами. Я человек из бизнеса, но за свои слова я умею отвечать. И свое слово я держу, держал и держать буду. Ура, товарищи! В бой! Mulțumim, domnule președinte!